сегодня, 21 февраля 2016 года, в парке Торфянка в Лосиноостровском районе Северо-Восточного округа Москвы проходит митинг жителей. С самого Нового года противостояние на Торфянке усилилось силами сороковников. Начались бесконечные стояния, несмотря на то, что главное решение о переносе стройки из территории парка Торфянка на Анадырский 8 уже принято. Нужно время для оформления документов. Это время идет. А в течение этого времени люди, активисты из организации 40-40, как это модно сейчас говорить, троллят жителей. Нападают по ночам. Вот недавно, совсем неделю назад, ночью пытались сгрузить бревна и устроить провокацию с началом так называемого строительства храма, зная о том, что храма здесь на самом деле не будет. В течение уже 8-месячного противостояния жителей с храмостроевцами, с самостроевцами, партия «Яблоко» поддерживает жителей Лосиноостровского района и будет с ними до конца. Thank you.